сегодня мы пригласили вас на эту встречу, чтобы рассказать вам об удивительных, ярких, значимых людях истории России. Исторически значимые личности, те, кому в 2022 году исполнилось 130-190 лет со дня рождения, стали героями школьной программы «России славные сыны». Ее представили старшеклассники 2-го Одинцовского лицея. О жизни знаменитостей школьники рассказали от первого лица. На самом деле меня всегда интересовало искусство. Но самым ярким впечатлением для меня стало посещение Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Именно поэтому в 19 лет я купил здание в Лаврушинском переулке, где решил основать музей художества, художественной школы. Сегодня Кирилл Бредихин в образе Павла Третьякова. Будущий предприниматель и меценат родился 27 декабря 1832 года. Коллекционировать произведения русского изобразительного искусства он начал в 50-х годах 19 века. Но до сих пор собрание его галереи привлекает ценителей искусства, как зрелых, так и юных. Вжившись в роли, ребята представили несколько исторических героев. На сцене создали соответствующий антураж, а аккомпанировали им пианист и скрипач, два брата, тоже ученики 2-го лицея. Вот полтора года тому назад был создан КИФ – клуб интересных встреч. И поэтому вот само название, оно как бы нам и подсказывает наш вектор в работе. Клуб интересных встреч – это встречи с людьми сегодняшними, которым интересно, что нам рассказать, интересно их послушать. Это и встреча с людьми из прошлого. Подобные мероприятия в лицее проходят регулярно. В зрительный зал теперь приглашают не только учеников, но и их родителей. И у нас было всего несколько репетиций. В принципе, мы недолго готовились. Но раньше я практически ничего не знала о Сергее Дягилеве, а сейчас знаю очень много, что он представлял из себя и что значил для нашей страны. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».